Всем привет, с вами SevPro, и сегодня я покажу вам багнутый мир в Майнкрафте Pax Edition. Ну что ж, этот мир у меня создался случайно, то есть я играл просто на плоской карте, и как вдруг у меня завис телефон, да, он просто намертво завис, и мне пришлось перезагружать его. После чего рядом с моим домиком появились такие горы, то есть из плоского мира мир превратился как-то в обычный мир. И здесь у меня сгенерировалось очень много всяких штук. К примеру, пещеры, вода. Да, и совпало так, что рядом с плоским миром сгенерировалась вода, именно океан. И вода потекла сюда. Как видите, мой домик обитает там внизу. Да, это уже конец карты. Здесь уже, как видите, есть бедрок. И это очень прикольно выглядит, но все-таки это испортило мою карту. Да, у меня была снежная карта, где на ней располагался домик. Теперь этому не бывать. Но зато я могу здесь что-нибудь поделать. Ну, и так здесь запоздала прогрузка чанков, так как это очень много нужно прогружать. И здесь местами нету закона физики Майнкрафта, да. Здесь даже нету закона Майнкрафта. То есть просто-напросто течет вода. Рядом с ней лава, и лава не превратится в обсидиан. Как видите, здесь вода настолько выпуклая, что просто зашкаливает. Вот этот пример, что лава рядом с водой и ничего не случается. Ну, как мы только сломаем блок, так как лава сразу превратится в обсидиан. Да, все, она превратилась в обсидиан. Ну вот, там тоже есть лава. Ну, вот такой у меня просто эксперимент. Я не знаю, это делал сам Майнкрафт. Я ничего, честно, не делал. И вот теперь вы можете видеть все, как это выглядит. Это просто божественно. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.